Журнал «Мир фантастики» представляет. Через неделю по всем киноэкранам страны прошагают шеренги лего-человечков. А «Мир фантастики» уже посмотрел генеральную репетицию на пресс-показе. Лего-фильм – картина особенная. Это полуторачасовой рекламный ролик популярной игрушки. Но смотрится он на одном дыхании. Вот что бывает, когда за дело берутся настоящие мастера. Успех компьютерных игр по вселенной Лего построил кирпичную лестницу в небо своему киновоплощению. И оно, не стесняясь, тут же устремилось к вершине. Привет! Лего-человечек Эммет работает на городской стройке. Он соблюдает распорядок дня, пьет неоправданно дорогой кофе и смотрит популярные телешоу. Лорд Бизнес, он же президент мира, стремится к идеальному порядку и хочет склеить всю вселенную. Эммет должен помешать его планам. Проблема лишь в том, что новоявленный спаситель ничего не умеет. Представляю вам двухъярусный диван! Теперь все могут смотреть телек вместе и быть друзьями! Это самая дурацкая идея, что я слышал. Сюжет лего-фильма похож на историю, которую придумал восхищающийся любимыми героями ребенок. В ней соседствуют Дамблдор и Супермен, Черепашки-ниндзя и Бэтмен. Даже C-3PO в исполнении Энтони Дэниелса заглянул на огонек, что дает повод пересмотреть фильм в оригинальной озвучке. Такой подход развязывает создателям руки и позволяет без ущерба для сюжета использовать любого лицензированного персонажа из каталога Лего. Остроумие и внимание к деталям делает из Лего-фильма увлекательное путешествие, которое в менее умелых руках обернулось бы катастрофой. Авторы выдерживают темп, не скупятся на шутки и вовсю играют в пинг-понг с поп-культурой. К Бэтмобилю! Черт! К невидимому самолету! Черт! А финальный поворот, который мы не будем раскрывать, заставит задуматься и взрослых. Выглядит лего-фильм сногсшибательно. Почти все сцены отрисованы на компьютере, но производят впечатление живой покадровой анимации. Художники с точностью воссоздали характерный стиль любительских лего-мультфильмов. А саундтрек настолько успешно пародирует коммерческую музыку, что основная тема надолго остается в памяти. Боже, обожаю эту песню! Придираться к такому кино – занятие неблагодарное. Можно лишь отметить некоторую безликость Эммета на фоне колоритных второстепенных персонажей. Впрочем, если в фильме что-нибудь и заставит вас зевнуть, то будьте уверены, прежде чем вы закроете рот, на экране уже произойдет что-то интересное, а простота истории не даст вам растеряться от бешеного темпа. Цель вашего визита – врезать тебе под зад. О, боже мой. Ау. В яблочко. Лего-фильм – маленькое чудо современной индустрии развлечений. Будучи насквозь коммерческим продуктом, он содержит столько таланта и доброты, что хватило бы на десяток обычных картин. Невольно верится, что в мире анимации вновь настали старые добрые 80-е.